Нам разрешили на заводе GMP, который производит медикаменты, официально государство, Минздрав, разрешил писать нам, вот здесь вы видите, снижает вероятность возникновения таких-то заболеваний и способствует противодействию старению. Это официально разрешил завод GMP, который производит медикаменты, и Минздрав Российской Федерации. И вот здесь мы видим, что полный перечень, жир печени черной акулы, сквален, омега, витамин А, Е, Д, и там же дигидрогерцетин байкальский. Мы черную акулу как создали? Мы взяли лиственницу, которая живет 700 лет, и скрестили ее с черной акулой, которая живет 500 лет. Чем удивительно, например, вот смотрите, чем удивительно омега плюс? Черная акула живет 500-700 лет. Вот смотрите, акула черная живет 500 лет. И дерево, лиственница живет 700 лет. Мы их скрестили. Это продукт века, тысячелетия. И сейчас омега идет в подарок всем.